7 августа в Москве финалистка Олимпиады 2012 Наталья Лобова вышла в полуфинал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Подробности соревнований, а также о других достижениях саратовских спортсменов мы узнаем у Александра Филина. Спасибо, Богдан. Наталья Лобова и Кира Степанова вместе с Верой Сабетовой из Липецка и Еленой Анюшиной из Мордовии заняли второе место в отборочном заезде байдарок четверок на дистанции 500 метров. Россиянки уступили полсекунды команде Германии, которая получила единственную путевку сразу в финал. В этот же день вечером у Лобовой и Степановой полуфинал четверок, в котором для выхода в финал нужно занять место не ниже третьего. 8 августа вечером Лобова выйдет на старт двоек на 200-метровке. Наталья также представит Саратовскую область в эстафете 4 по 200 метров, который пройдет в заключительный день чемпионата 10 августа. Воспитанники детской юношеской школы «Надежда Губерния» заняли призовые места на всероссийских соревнованиях первенства России по гонкам с пересадкой экипажей «Хрустальный кубок». Состязания по парусному спорту проходили в Челябинске с 30 июля по 4 августа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из набережных Челнов, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Челябинска и других городов. В классе яхт «Кадет» первое место у Михаила Евтихова и Даниила Дергачева, второе место у Анастасии Капковой и Арины Вавиловой. В классе яхт «Луч мини» среди девушек третье место заняла Александра Мартынова. На Всемирной шахматной олимпиаде в Норвегии Наталья Погонина сыграла в ничью с Саломе Мелия в матче «Россия-Грузия». В ничью со своими соперницами сыграли также Катерина Лагно и Александра Костенюк. А вот Валентина Гунина обыграла Белу Хатаняшвили. Этот успех принес нашей команде победу. По-прежнему у наших спортсменок максимальный результат – 10 очков из 10 возможных. Россиянки делят первое место еще с двумя соперницами и 8 августа играют с Сербией. На сегодня это все о достижениях саратовских спортсменов. Каких результатов добьются наши земляки в других видах спорта, я расскажу вам в следующем выпуске программы. Богдан. Спасибо, Александр.